понимаю, я боюсь, я вот сыкую, на меня пойдет хуй, который хочет дать мне пизды, а как я пойму, что он мне хочет дать, он же не обводится. Это вообще пизда. С него все, блин, и эти, и с тундры чуваки похихикали, и танкисты похихикали, ну короче, капец. Ты знаешь, Федя, в чем мне заходит чат, пишет? Мне просто заходит, пишет, Эд, у тебя танки тут обводятся, пошел и уходят. Недавно для нас всех резко встал вопрос, как пополнить счет Steam, ну или просто купить игру из России, ведь новинки поиграть тоже хочется. Не переживай, у меня для тебя есть решение. Все это можно сделать на сайте игровой площадки DiffMark. Здесь можно купить ключи как для Steam, Epic Game Store и других сервисов, так и без проблем приобрести игры для Xbox, Nintendo Switch и PlayStation. Также есть возможность покупать геймпоинты для большинства популярных MMO-игр. Ну а самое главное, можно с легкостью пополнить баланс Steam, что сейчас является очень актуальным. Помимо этого, здесь вы можете найти любой софт, от лицензионной винды, заканчивая антивирусами. А самое главное, что на территории РФ можно спокойно пользоваться любыми методами оплаты, банковской картой, включая МИР, так и оплачиваясь киви или даже криптой. А по моему промокоду ты получишь 10% скидку на любой товар. Ссылку найдешь в описании. А у тебя танки обводятся? Да. Блять, на этого тачмена напали, боже, мне его жалко стало, блять. Везде рофлы, везде, блять, сообщения про тачмена. Мне его, блять, просто жалко стало, блять, по-человечески, блин. С него все, блин, и эти, и с тундры чуваки похихикали, и танкисты похихикали. Ну, короче, капец. Вот, ну. И я тоже думал рофлить на эту тему, там, ну, типа, подшутить как-то пару раз, но что-то подумал, ну, нахуй так, блять, куча пацанов и так рофлят. Думаю, не буду, блин. Не буду еще я. Так что я не рофлю. Я сочувствую. Я посмотрел видео Октопуса, и я сразу себя вспомнил. Я думаю, почему я не езжу в город? Потому что, ну, я реально, я понимаю, я боюсь, я вот сыкую. На меня пойдет хуй, который хочет дать мне пизды. А как я пойму, что он мне хочет дать? Он же не обводится, блядь. Сука, это вообще пиздец. Сильно. Я не знаю, я зашел на стрим по тундре и... Так, это тачмен. Не блюанул. Ого. Как можно в это играть, вообще не понимаю. Даже не знаю, дядь. Там просто едет в тебя танк, и он даже не обводится. Ого, не обводится? Серьезно? Сверху летают самолеты, зенитки выходят, стреляют. А мины там есть? Боже, это самый тупой аргумент, который я когда-либо слышал. Говорит, танк даже не обводится, сука. Там просто едет в тебя танк, и он даже не обводится. Знаешь, я когда порнуху первый раз смотрел... А не обводится! Это пизда. Я не помню. Получается, это был третий час стрима, да? Ко мне вот зашел доктор Октопус, пишет: Тучмен, шо ты общему хайпу не поддаешь, а в тундру играть не летишь. Давайте смотрим. Бач, лучше везде поставить тир 2, обычно нафиг не нужно. Я не знаю, я зашел на стрим по тундре и чуть не блюанул. Ну вот смотрите, вот я объясняю. Вот здесь я объясняю то, что я увидел один раз. Я зашел на стрим один раз. Вот то, что я увидел, я объясняю. Поедет в тебя танк, и он даже не обводится. Сверху улетают самолеты, зенитки выходят, стреляют. А мины там есть? Да, пожалуйста. Ну, и на самом деле, я не думаю, что люди из танков... Не, получается... Ну ладно, ничего тут такого я не говорил. Так, идем дальше. По-моему, это бред. Здесь я просто говорю, что мне кажется, что люди из танков в тундру не перейдут. Опять же, потому что видел я. Аудитория, может быть, и откиснет, но... Танки... Более того, я даже в какой-то момент, вот до стрима Пибоди, когда я на него зашел, я думал, что танки вот Блиц, это то же самое, что и тундра.
Ну, это в целом об уровне моего непонимания этой игры. По сравнению с Тундрой, это вообще небо и земля. Не знаю, Тундра, она какая-то прям... И вот эту вот фразу, супер детская. Вот эту вот фразу, Тундра какая-то супер детская, танкисты почему-то приравняли к тому, что типа танки не обводятся. Понятно, что по геймплею, очевидно, там может быть все реалистичнее. Я сказал о визуале. Вот мне визуально нравится, как нарисованы карты, объекты, танки, как здесь падают тени, как здесь падает свет, вся вот эта вот тема в инсталляции и так далее. Да, Рон, я просто не видел, что он там опять выложил. Я просто хочу сам зайти и убедиться, что я по итогу-то говорил. То есть я зашел к Пибоди, посмотрел на графику. Вот я реально не знаю, сколько я сидел у тебя, Пибоди, на стриме. Ну, минуты 3, наверное, не больше. Я посмотрел, деревья какие-то пиксельные все, домики какие-то пиксельные. Танки едут как-то смешно. Ну, типа, прямо, направо, там, налево. Ну, чисто, честно, я не понял. И мне показалось какой-то детской игрой, типа, как на Денди там или еще на чем-то. Поэтому... Может, конечно, только для меня? Вот, блядь, почему эту фразу не добавили? Странно. Ладно, идем дальше. Сейчас, что там Федя мне еще написал? Типа, что реакция есть там или что? Есть, теперь что вставить. Давай перезапишем. Во-во. Ну, типа, я понимаю, что вот если он сейчас вставит... Вот смотри, вот это очень важно. Федя мне говорит, о, заебись, есть что вставить. Есть теперь что вставить. Вот, и вот тут сообщение где-то. Вот, ну все, если нарезочку буду делать, есть теперь что вставить. Вставить. Давай перезапишем. Тут я понимаю, что, блядь, лучше, ну, не надо такое вставлять, нахуя? Зачем такое вставлять? Это абсолютно необъективный ответ, не опирающийся ни на что. Это всего лишь визуальное, то, что я увидел визуально. Буквально 2-3 минуты. Я буду говорить, Тундра — это одна из лучших игр на данный момент, и, соответственно, она очень серьезнее, чем танки. Вообще, есть еще такая Танки Мобил Онлайн, которая скачивается на Android. Она вообще классная. Вот ее бы я советовал всем позитивным. Что-то вот этого нигде людям нету, да? Ну просто, знаете, это хотя бы сгладило бы, да? Это хотя бы сгладило бы углы, и чуваки увидели, что я это не со всей серьезностью говорил. Ебать нахуй, там танки не обводятся, она пиздец какая детская. Вот у нас тут танки обводятся. У нас тут танк, блять, высотой с дом не светится в чистом поле, потому что до него не хватает лучей обзора, а его маскировка, собственно, эти лучи обзора, блять, подрезает. Вот это у нас не детская игра. Ну не это же я имел в виду. Ну какого хуя, блять? Во, он даже здесь пишет, ну типа смотри, он даже здесь пишет. Ну ребятки Коробка за такие слова про Тундру могут обозлиться на тебя. То есть подожди, то есть он уже это возможно понял тоже так же, но не переспросил, ну там, мне потом не написал, типа, что, Диман, выкладываем, нет, или хуйню ты сморозил, или ты вот сказал вот это, могут подумать вот так, может тогда не будем выкладывать. Ну типа вот этого никто ничего не делал. Короче, давайте мы сейчас по-другому поступим, я сейчас напишу Феде. Ну, я написал просто, типа, может он сейчас в DS зайти или в TeamSpeak? Нет, я до этого не писал. Ну, в смысле, как? Я, типа, записал аудюху, что, типа, Федя, ну, пиздец. Ну, записал там, где мойка самообслуживания сидит. Не знаю, слушал он это или нет. Ну, то есть, я чисто сидел на позитиве. Просто на позитиве пизданул, типа, бля, Октобус, если ты хочешь нарезать, говорю, давай нахуй перезапишем. Говорю, ты чё, бля, я какую-то хуйню там сморозил. А все, танкисты там ебать уже схем настроили. Комментарии по типу, вот к чему приводит игра в танки. Деградирование налицо, ебать, пиздец. Сейчас бы у меня какой-то нахуй Алексей из комментариев, который, блядь, даже ЕГЭ не сдаст, чему-то бы меня еще учил. Ну пиздец, просто гении. Танкисты это гении. И вот самое главное в танкистах, это их токсичность. К чему она, зачем она, это непонятно. Понимаете, где бы ты что ни сказал, если не дай бог, ты сказал это как-то не односторонне, да? Ну типа, у того, что ты сказал, есть еще какой-то подтекст, возможно. Все, тебе пизда. Леша 13-летний пойдет задонатить Корбану. Напишет, ты видел, блять, что он там сидит. Ты видел, что он сказал, этот дебил, блять. И все, и пошло-поехало. И все, и просто на пустом месте какую-то хуйню раздули. А доктор Октобус дальше начинает выкладывать эти видосы. Блять, круто же, да? Круто, ебать, комменты рекой сыпятся. Вообще тема. Все, я тут. Да, я дома, Дим. Ну, я думаю, ты по поводу ролика. Ты стримишь сейчас или нет? Да, кстати, я сейчас просто предупрежу, я на стриме, поэтому...
Хорошо, я понял. В аккурат, давай. Коммент я прочитал твой. Так, что думаешь о моем комменте? Ну, я не знаю, я надеюсь, ты на меня не в обиде, я еще первый раз это говорил, вот, то есть, мне кажется, что с твоей стороны ты можешь думать, что я как-то там в крысу что-то неправильно все сделал, но я так не считаю. Ты думаешь, что ты первый раз сталкиваешься с какими-то эмоциями в сторону свою, а если ты полностью видос посмотришь, например, посмотришь то, что говорят про Нирью, то, что говорят там это, про тех людей, про Джова, они вообще выступают в роли клоунов в целом, в основном в таких нарезках. Они просто к этому привыкли, у тебя это первый раз. Ты попал в эту небольшую волну. Погоди, мне пишут, что мой коммент не обводится. Давай. Что значит не обводится? Не знаю. Закрепил, я выведу. Да не, но мне в чате Фестер пишет, что мой коммент не обводится. Ну это мем такой уже, понимаешь? У меня уже все не обводится, и мать моя. Не, ну это осудительно, все мы осуждаем. Смотри. А ты не слушал ту запись, которую я, аудиху, которую я, ну ты, наверное, не слушал, в той самой группе, куда Мойка добавил нас. Я не слушал. Мою. Ну вот видишь, как хреново. А я думал, ну я тоже, мне нужно было, конечно, тебе в ЛС это написать. Мы тогда, я тебе, по-моему, написал, или пришел тебе на стрим и сказал, нет ли там претензий туда-сюда, ты что-то посмеялся, типа, все окей. А знаешь почему? Потому что я даже не видел, что происходит. А я потом захожу в комменты и понимаю, что просто каждый второй... Просто смотри, в чем самый прикол. Я даже, ну, когда мне написали, типа, там тучи-то тебя там на видосе у Феди обсирают все. Я даже сначала не понял, за что. Я думаю, зачем меня там обсирать? Ну, я вроде по приколу что-то там пизданул, и все, что я, типа, вообще не знаю, что это за игра в целом, и это. Ну, и просто сказал, что я увидел на стриме. А оказывается, танкисты, и вообще в целом, это действительно выглядит так, как будто я на серьезных каких-то щах выдал, что танки не обводятся, поэтому игра детская. Понимаешь? То есть только в этом контексте твои зрители и в целом там ЧСВ, который смотрел этот стрим, его зрители, там, в целом, только это они увидели. А не потому, что игра детская по визуалу. А танки не обводятся. Это первое, что я увидел, зайдя на стрим к Пибоди. Что в целом танки не обводятся, кто-то куда-то едет, нихера не понятно. А игра, мне кажется, детская по визуалу, потому что там, блядь, графика хуевая, которая отличается от танков, тех, в которые я привык играть. Но никто это не предположил. Ну смотри, я на твоем стриме был, тогда я зашел буквально минут на 5, я, бывает так, пробегаюсь вечером, я зашел, спросил тебя в чате, там, как дела туда-сюда, спросил про Тундру, ты вот это вот ответил, вот это вот, я это вырезал, потом я написал тебе в чате, что может это людям не понравится, в чате написал, что это, ну, такое, что корбиновцы это не очень воспримут, ты сказал... Ну, давай, типа, перезапишем там в шутку, что Тундра самая классная игра, вот, и все. Я после этого уже ушел, типа, думаю, ну, окей. Я просто, мне кажется, да, если бы ты это добавил, то просто бы все в шутку, типа, восприняли, ну, просто нормально, что челик сидит... Я даже не думал, что это вызовет какую-то такую суперреакцию, я думал, что будут на Джова, как обычно. Ты видишь, типа, все подумали, что я на каком-то жестком, блядь, серьезе, пиздец. Даже когда ЧСВ смотрел, знаешь что, ну ты видел, я просто это второй ролик не видел. Не-не, он наоборот, вот мне его аудитория больше понравилась в том плане, что он такой, он сказал там, я помню слова, типа, может он типа не шарит. Конечно, может он и долбоеб, но может и не шарит. Но, во-во-во, он типа сказал, что, ну раз он типа его тут нарезали, значит он, наверное, какой-то типа, ну, крутой чел, а значит его мнение там какое-то важное. И вот поэтому люди в основном засмеялись. Как будто бы я это говорил на полнейшей серьезке. Хотя я просто где-то пизданул что-то. Говорю, ладно, бля, давай перезапишем, хуйню, может, сказал. И все. И на, привет. Ну, может быть, да, я тоже не очень правильно в этом плане сделал, что именно этот маленький отрывок не вставил, но потом я просто ушел, меня уже не было, я даже не видел, что потом-то, если что-то говорил про Тундру. Там вроде Саня Пибуди к тебе заходил. Потом. Да, да, но я помню, что Саня тоже что-то писал, я ему говорил, типа, Саня, я, говорю, вообще нахуй не шарю. Вот ты понимаешь, для меня Тундра — это танки вот Блиц. Одно и то же. Я реально не понимаю, что там происходит, кто в это играет. Вообще, блядь, платно это или бесплатно, я просто не шарю.
Ну, поэтому... воспринимай это положительно, потому что сейчас про тебя узнали люди. Ну, блядь, на самом деле, это лучшая реклама, которую можно было сделать. Сделать какое-то что-то адекватное, но ноль, ну просто мимо пройдут. Ты знаешь, Федя, в чем мне заходит чат, пишет? Мне просто заходит, пишет, долбоеб нахуй, у тебя танки тут обводятся, пошел нахуй и уходят в целом. Ну как бы весело, весело. Да нет, смотри, если с позиции, ну я уже сейчас сидел на стриме, объяснял, типа с позиции, что обо мне услышали, ну может быть это и круто, но просто я, знаешь, никогда не хотел, чтобы так обо мне услышали, вот в чем самая проблема. С другой стороны, может по-другому тогда я и не заслужил, блядь, никакой услышки. Ну, если в целом, просто смотри, я когда что-то читаю про себя, я про себя улавливаю, у меня с этого какой-то триггер там, да, раньше был, сейчас уже меньше гораздо, ты тоже первый раз с этим сталкиваешься, но если посмотреть там... И про Нерью, про то, что он там врет. И про Джоу, про то, что он там как клоун себя ведет, там визжит и так далее. То есть там можно про всех выходить, просто это уже мы как-то не замечаем. А тут ты первый раз с этим сталкиваешься, и такая буря-буря-буря, плюс это типа на хайпе, плюс ты Корбин что-то там сказал, и все. И это подхватили, понесли. Это непривычно, ты чувствуешь себя как-то очень неуютно в этом, но вот, буквально некоторое время это пройдет. Но я со своей стороны, я говорю, извиняюсь, что я, может быть, да, где-то не доставил или не объяснил людям, какую-то сноску не дал. Вот. Мне показалось изначально, что это было нормальным. Вот. А второй видос, он такой достаточно лайтовый сейчас, опять же, получился. Тут даже больше про Нерью, опять же, про то, что он там врет. Вот эти блогеры говорили, тундровские, в сегодняшнем видосе. Вот. То есть про тебя там малая часть, она такая достаточно смешная, и даже ничего обидного, вроде веселого, я не увидел там. Я не смотрел ее, просто мне опять начали писать туча. Тебя там обосрали, Октопус за счет тебя вывозит видос опять, блядь, и так далее. Ну, нет. Ну, я в комментах закрепил, я тебе отвечу, сейчас там что-нибудь напишу, и ребятам тоже скажу, чтобы подуспокоились, вот. Ну, смотри, я был на стриме эти 5 минут, еще раз, да, продолжаем. Ты сказал, потом я сказал, что в чате тебе написал, что это не очень, как мне кажется, да? Ну, не то, что не очень, что корбиновцы могут... Ну, я сейчас пересматривал, да. Беситься. Там это в чате, если у тебя чат сохранен, должно быть, вот. Ты сказал, что, ну, давай в Рофл запишем, что игра классная, но я не стал это вставлять, мне это показалось, ну, типа, с точки зрения монтажера, не таким, скажем так, ну, не тем, что надо вставить. Я вставил то, расслабился, пошел, все. Из этого вот эта вся история случилась. Да, может быть, где-то я не прав, надо было... Привет, ребят, кто заходит. Здорово. Поэтому прости, что вот так получается. Ладно, с другой стороны, и заебись, ты, конечно, тоже прав, что как минимум... Это закаляет, и нужно к этому относиться проще. Я еще, видишь, просто, несмотря на то, что я уже долго занимаюсь, у меня аудитория небольшая, и я как-то, ну, наверное, слабо подкован вот к такому типу хейта. Когда просто чел заходит и просто сразу говорит, ты пидорас. Ну, вот, а я такой, да почему, блядь? И то есть я начинаю как будто бы оправдываться перед каждым. Типа, да подожди, блядь, почему я пидорас-то? Ну и вот, а другой бы человек этого, ну, не делал, например. Более подкованный. Он бы сказал, да ты сам пидорас, и бы забанил. И все. Ну да, но это же не первая нарезка, в которую ты попадаешь в мою, правильно? Да. И не вторая, потому что Паблос, когда смотрел видос, говорит, а кто такой вообще этот Тучин? Почему Октопус его везде пиарит? То есть даже у Паблоса вот такое вот ощущение еще до просмотра было, что мы действительно в хороших отношениях, и я просто где-то хочу поддержать своих ребят и вставляю. То есть я не зашел к тебе, чтобы ставь себя порофлить, и знаю, сейчас Тучин какую-нибудь хуйню спизданет, и я вставлю. Мне кажется, слышишь, следующий раз будет именно таким. Не, ну я всегда делаю. Как там нахуй самолеты, брат? То есть у меня такой мысли даже не было изначально, и вообще не и потом. То есть потом просто как оказалось, что пацаны, что это зашло людям, вот, попало куда-то вот туда вот. Ну, ладненько, давай. Давай. Все, давай. Пока-пока.